Может быть, это сенсация, но Париж без мигрантов. Полиция пытается очистить улицы города от стихийных лагерей беженцев. По разным данным, от 2 до 3 тысяч человек расселились по столице Франции. Стражи порядка пытаются направить мигрантов к автобусам, которые затем развозят людей по временным центрам. Самый большой поток беженцев нахлынул на Париж после сноса палаточного лагеря в Кале. Это было организовано правительством страны по многочисленным просьбам местных жителей, а также из-за выросшего уровня преступности в окрестных районах. Проблема беженцев сейчас одна из самых острых. Она стоит перед французским правительством достаточно давно. Я не знаю,